Студенты Казанского федерального университета вот уже второй день с размахом отмечают Навруз, праздник обновления природы и очищения человеческой души. Гости мероприятия смогли окунуться в культуру разных народов, найти новых друзей. Новый день гости встретили национальными танцами, вокальными номерами на русском, туркменском, узбекском, татарском и китайском языках. Буйством красок и угощениями разных народов мира. Первый день прошел в Институте филологии и межкультурной коммуникации, как полагается, громко и весело. С приветственным словом выступил директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов. Он отметил, что все традиционные праздники он проводит вместе со студентами и вузом и от души желает каждому присутствующему искреннего счастья и нескончаемой радости. Мы отмечали с вами и Новый год в декабре, декабре-январе, потом отмечали китайский Новый год. И вот сегодня с удовольствием я принимаю участие на этом замечательном мероприятии. Всех вас искренне поздравляю с Навруз. В этом году Навруз пришелся на Рамазан, поэтому имеет особую ценность. И я надеюсь на то, что все, что мы хотим, все, что хотим пожелать для себя, для своих близких, дай Бог, чтобы все сбылось. И вот уже сегодня, 22 марта, праздник переехал в культурно-спортивный комплекс «Уникс», где гуляния продолжились с новой силой, больше танцевальных и песенных номеров, народного колорита и духа торжества. В холле развернулась удивительная выставка, которая еще до концерта смогла удивить гостей и погрузить их в культуру праздника. А уже на сцене в творческих номерах слились десятки студентов, передавая зрителям всю любовь к наступившему празднику Навруз. В своей вступительной речи проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев отметил уникальность Навруза в вузе, многонациональность и международный характер события. Мы начали праздновать вчера. У нас прошел небольшой фестиваль на базе Института филологии и межкультурной коммуникации. И сегодня мы празднуем уже на уровне всего университета. У нас есть представители практически всех институтов и всех стран, которые этот праздник празднуют. Вроде есть представители, наверное, здесь Афганистана и даже стран, штатов, северных штатов Индии, там тоже празднуют. Светлый весенний праздник Навруз в университете удался. Зрители получили массу удовольствия и положительных эмоций, а участники смогли поделиться своим талантом с каждым из гостей. Тимур Ахметов, Елизавета Газизянова, Универ Новости.